Всем привет! Сегодня мы будем готовить куриные тефтели с картофелем. Это очень доступное и вкусное блюдо. Давайте начинать. Нам понадобится куриный фарш, картофель, репчатый лук, мука, перец, соль и прованские травы. Первым делом я натираю картофель на терке. Далее натираю лук на крупной терке. Добавляю 1 столовую ложку муки. Куриный фарш. Прованские травы. Но кто их не любит, можете заменить их на любые свои специи. Соль и также перец. И всю массу хорошо перемешиваю. И далее формирую небольшие тефтельки. Сейчас я их буду жарить. Все точные ингредиенты к тефтелям я укажу в конце этого видео. Смазываю сковородку растительным маслом и выкладываю тефтели жариться до золотистой корочки. Я жарила примерно 4 минуты с каждой стороны. Мои тефтельки обжарились, я уберу пока их в сторонку. Теперь я уберу остатки масла со сковородки с помощью бумажного полотенца. Далее приготовлю соус. Для этого я смешала сметану с томатной пастой. Добавила 75 мл воды и чуть-чуть соли. Выкладываю тефтели на чистую сковородку и заливаю все это соусом. Оставляю их тушиться под крышкой около 10 минут. Понравились тефтельки? С тебя лайк и подписка. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Эти тефтельки готовятся из простых и бюджетных продуктов. Получаются очень вкусные и сытные. Сочетаются с любым салатом и гарниром. Я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Всем пока-пока!